Слушай! Налево поворотись! Прямо ступай! Барабан бей! Воины в костюмах стрельцов 17 века не случайно открывали фестиваль «Покровские встречи». В этом году праздник был посвящен истории Руси. Сегодня этот праздник будет не только развлечением, но также он послужит приобретению новых знаний о истории нашего Отечества, укреплению дружественных связей между детьми воскресных школ нашего округа и между родителями. И поскольку все мы являемся представителями православных приходов, мне хотелось бы пожелать, чтобы сегодня каждый из нас озаботился тем, чтобы в себе воспитывать такие качества, как честность, дружелюбие, взаимное уважение, взаимоподдержка. Через такие мероприятия у нас получается привить нашей молодежи чувство любви к Отечеству. И, конечно, наверное, сегодня есть уникальная возможность пообщаться, побыть на природе, найти новых друзей и, конечно, с пользой провести время. Стрельцы возглавили каждую команду и рассказали детям об историческом прошлом нашей страны. На каждой станции воспитанники воскресной школы узнавали что-то новое. Мы обучаем молодого стрельца, вновь прибранного, который только пришел приказ. Тут конкурсы, которые там были. Мне захотелось попробовать бы в тир, ну, который вон там, тир. Мне понравился бой на саблях. Я держала деревянную такую дубину. У нее был ремешок. И там нас дяденька учил, как правильно стоять и как правильно воевать, отступать. Каждый праздник всегда всякие игры, развлечения, всякие задания. И с каждым разом все интереснее и интереснее. Самым захватывающим испытанием для ребят стала игра «Страйкбол». Две команды сражались друг против друга. Ребята были в особой защитной экипировке. В руках каждого оружие с мягкой пневматикой, из которого они стреляли пульками. Учащиеся воскресных школ прошли специальную подготовку. Они приходили на занятия воскресной школы, посещали тренировки, их было две. Вот, поэтому подготовлены ребята очень хорошо. Пока дым, наступайте! Дым, наступайте! Через дым наступайте! Через дым бегите, стреляйте в противника! Коль, не сиди! Задача была захватить флаг другой команды. Это очень интересная игра. Мне очень понравилось, я очень много бегала. Меня также один раз попали. Фестиваль запомнится детям и взрослым увлекательными мастер-классами по рукоделию от работника библиотек, концертом от культурного центра «Истоки», представлением от театра «Софит», ярмаркой, демонстрацией мототехники от клуба «Ночные волки» и вкусной полевой кашей. Дети с охотой участвуют во всех мероприятиях, потому что это и, ну, и интересно, и погода очень хорошая, и самим детям очень интересно, потому что мероприятия разнообразные, тут и колокольный звон, и городки, игра в городки, и сражения на мечах мягких, конечно, чтобы было безопасно. Я люблю активный образ жизни, поэтому мне все это близко, мне это нравится. Символично, что площадка фестиваля находилась рядом со старинным храмом Серафима Саровского, который восстанавливается. Завершился праздник награждением команд и передачей флага от фединского поселения Белозерскому, где в следующем году пройдет фестиваль воскресных школ «Покровские встречи». Большое спасибо за столь великолепный праздник благочинию. И уверен, что на следующий год у нас вы тоже будете и получите тоже заряд бодрости, энергии и духовной крепости. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, «Воскресенские вести».